Ну что, можно сказать, поход начался. Да. Вот. Какие походы нам нужны? В долине реки Кумансу, 18 июля 2001 года. Туризм – лучший отдых. Да? Да. Второй день похода. Тихий вечер, отходняк такой, после дня трудового. Не, я почувствую, если попадет. Тут вот вроде высота тут маленькая, 3600, а уже испытание идет с солнцем, высотой 3000, животами. Болеем, перебаливаем. Переболеем через 3 дня, будет 5000, опять мучение, и так будет до самого конца. Очень тяжело. Так, вот так вот мы живем. Вон гоблины в палатке напились календулы. Балдеет. Сейчас лучше виден перевал, куда нам идти. Мужики, а он их не снесет. Немного утихло сейчас. Вот, а мы стоим рядышком прям. Вон палаточка. Народ гуляет, смотрит. Преодолеваем короткую скальную стенку по пути к перевалу. Что может быть приятнее лазанье 40-килограммовым рюкзаком по вертикальным скалам? По мокрым. Только лазанье с 50-килограммовым рюкзаком. Вот как эта стенка выглядит. У профиль. Некому его поднять. Thank you.
Дальше нам наверх, вон туда, на перевал. Так вот, воды нет, снег топим. Отстоим в таком ребре. Высота здесь 4700, до перевала осталось набрать 300 метров. Ну вот, разведнякается немножко и пойдем. Минут 100, мы на сейчас перевале Минжар, высота 5046 метров. Будет неразберих по поводу он туда, мы туда. Все будет хорошо. Да? У меня будет разберих. Поставили палатки, живем здесь. Я не знаю, кошки брать. Она запотела, так, как шлюха будет, в церкви. А это нехорошо, если запотела. Нормально, нормально, чистый объектив. Подожди. Петька, а как туда-сюда ее возить, чтобы не, она это самое? Не надо, она нам этом со самым широком стоит. Хочешь, нет? Хватит, да. Та-р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 а-
Сейчас будем спускаться. Спускаемся на ледник Кузгуна и его притопа. У каждого по 43 килограмма. Здравствуй, Суксай. Мы находимся на слиянии Суксая с Кузгуном. Около 9 утра 27 июля. Сейчас будем переходить вброд, готовится веревка.
мощная струя воды, он бьет Славика. Река Кузгун пройдена. Наша маленькая экспедиция наконец-то добралась до этого удивительного Сук-Сая, самого недоступного Сая на Памире. Мы сегодня снимем, и я уверен, вы увидите это в фильме, огромные следы, вот такие барса. Огромная бурная река. Высота 3300, последний лес на Сук-Сае. Выразительные конгломераты. А вот обещанные следы снежных барсов. Ну, мой ботинок. Судя по всему, примерно 1.5 метра он длиной. Литр абсолютно чистой воды. Дай попить. Да. Какая порнография? Это гигиена! Такие вот у нас рюкзачки. Ну-ка, Слава, покажи нам, как кончает негр.
29 июля. Все в тумане и снегу с утра. А тут мы завтракаем. Там не хвали. Сразу с ледника Дзержинского вытекает огромная река, которую нам надо перебродить. Вот мы готовимся к броду. Примерно минус 1 градус, идет снег. 3 Закончена переправа, снегопад пошел сильный. Первое июля. Вот он, ласковый солнечный помир. Воды чистой нет. Вторая переправа в каньоне. Большой вал воды, мощный очень.
лагерь. Прилично тут дует. Андрюхе день рождения сегодня. Он теперь главный разливающий. Колбасу порезали. Хватит! Давай. Искусство. Вот ту фляжку, дай, вон ту. Идет. О, это же саджик, как бы. Ничего страшного. А теперь перцовочка. Перцовочка. Главный гоблин сидит и что-то химичит, блин, а? Это будет перцовочка. У тебя очень хорошо удается гармонировать с памирской природой. Вот за гармонию. А что я гармонирую с памирской природой? Ну просто. А просто я гармонирую с памирской природой. Гармонирую. Че? Еще раз скажи. 45, баба ягодка опять. Это что значит? Ну, Андрюха-то 45. Ну, у меня же передок есть, не только задок. Друзья, ты Настя можешь смеяться. Ну, давай. Идет починка примус. Мы вставляем проволочку в форсунку. О, хренач. Ферма Калиман, круто! Раз, и потом хрен, как моторную лодку, блин, заводишь. А иначе не работает. Язык ледника Северный Зулумарт. Давай, пошел. Еще. Вот то. Не останавливайся. Давай. Мочи. 2 августа, в 10 часов утра, мы увидели один из последних непокоренных шеститысячников на Памире, пик Белиули.